вообще никакой. Ну хорошо, ну никакой. Это я, Ярослав. А вы не сюда попали. А, милый мой, вот. Здравствуйте. Здравствуйте. А мамочки? Нет, а? А где мамочка? Сейчас нет. Ага, прекрасно, хорошо. Не хотел пускать. Ложимся, массажик, ножки туда-сюда. У нас ужин идет. Ужин? Да. Ну давай, вот у меня работает камера, мы сейчас снимем, чем не кормят. Надо, не надо, не надо. 63-й больнице. Не надо, сегодня. Что сегодня у нас на ужин? Совсем неплохо кормят. Вот. Для больных самое. Ничего, нормально тут кормят. Да. Не поверить не дадут. Ну отлично, прекрасно. Да. Все у нас, я сейчас туда прогуляюсь. Но лучше жиденькое питание. Молодец, без палочки. Молодец. Я без... с палочкой пойду, успокойся. Не надо, Ярослав, после того, как я чуть не грохнулась внизу сейчас. Так с палочкой, потому и чуть не грохнулась, а была все. Без палочки. Вот, Александра Сергеевна угостила, угощайся. Сейчас я приду. Не я надо. Я тебя сопровожу. Не надо. Не надо. А что ты угощаешь? Не надо, я сказала. Ярослав, ты. Вот, держи ее вот так вот. Держи ее вот так вот. И все, и пошли. Ой, подожди, мне же надо хотя бы ложку взять какую-то. Вообще ложки нет. Давай я чашечку понесу. Я сама несу. Молодец, хорошо. Ну не надо снимать, ради бога. Умоляю, мамулечка. И я умоляю.
Не надо снимать. Я одно чудо сделала с тобой, будет и не второе. Не надо, не надо. Нет, надо. Не надо. За серединку, держи за серединку. Пожалуйста, за серединку держи. Держу. Все, пошли. Ну, идем на меня. Мне в глаза смотрят. Ну, я иду. Ну да, чтобы я полетела. Поднимай глаза. Главное, поднимай глаза. А папа говорил всегда, смотреть под ноги. А я говорю, поднимай глаза. Ага. Папа лучше понимал, что надо. Смотри мне в глаза, пожалуйста. Все, смотри мне в глаза и все. Осторожно, на тебя каталка. В глаза мне смотри. Ну смотрю, смотрю. Вот так и смотри. И идем. Все, больше ничего. Смотришь мне в глаза и идешь прямо. Смотришь мне в глаза и идешь прямо. Больше ничего. Смотришь мне в глаза и идешь прямо. Сейчас. Осторожно, дверь. Молодец. Все. Смотрим в глазки. Смотрим в глазки. Все, мы дошли. Рыбы пахнет. Рыбы пахнет. Читала я книжку вашу. Так. Я без очков ни черта не вижу. Не видите? А, себя вижу. Это я снимаю, что на ужин. 63 больницы. Вкусненько, нормально? Я люблю размазню такую, поэтому мне вкусно. Ну, это прекрасно, хорошо. А вот скажите, что липенькие. Ужасно. Да? Но не ругаем, не ругаем. Они их не ругают, не вытирают. Даже локти прилипают. Локти прилипли. Читаю вашу книжку. Так, рассказывайте. Ну, я, во-первых, хочу вам сказать, что я уже была немножко подготовлена к таким вещам. Просто мне интересно мнение данного конкретного человека. Автора. Да. Угу. Что, нормально. Это один из методов. Да? Вы знаете, что такое рейки? Знаете. Ну, так вот, Лариса Дмитриевна имеет вторую ступень. Лариса Дмитриевна, это я. Это я. Это я. Прекрасно. Ну, пойдите, я вас обниму. А как что? Но дело в том, что... Ой, не надо, не показывай, что там старая. Не хочу смотреть. Присаживайтесь. Меня погоняешь? А? Меня погоняешь? Нет, да. Снимаю, наоборот. Уникальное видео, дорогие ой, друзья. Ой, сейчас я упаду. Что такое? Почему? А что такое? Нет? Ну, давайте сейчас другой дадим. Вот так будет получше. Можно поближе подвинуть, может привстать немножко. Привстаньте, я поближе к вам подвину. А, все, садитесь, садитесь. Не-не-не, нормально, отлично, садитесь. Ага. Я каш хотел попробовать. Ну, они неплохо, в общем, тут каши делают. Так. Нет, а каша вкусная, я ложечку делаю. Она каша неплохая, а я боюсь. А это я взяла. Потому и будет, что боитесь. А? Я говорю, потому и будет, что боитесь. Ой, я мамочке это не могу никогда нести. Она все боится и вот и падает. Боится, еще больше падает. Да, понятно. Я говорю, как отпустишь, а как перестанешь бояться. Сам Василий говорит, что мог делает. Да, морковью. С морковью, да. Морковью. По-моему, очень даже получается. Хорошо. Запеканочка. Попробуй, шиповник вкусный. Шиповник. Не хуже нам. Дорогие друзья, сейчас кандидат продегустирует, чем кормят в больнице. Это вы? О, шиповничек, да.
Это вы что делаете? Но пациентам надо пить много. Люди не допивают. Не допивают. И физиотерапия. 24 часа люди здесь проводят. Их можно просто обложить физиотерапией. Любая динамика. Есть резервы, дорогие друзья. Есть куда наращивать. Страна ждет. 40 лет, конечно. Страна ждет. Здесь рядом Екатерининский парк. Я что до вас дошел? В пятницу. Кто останется здесь по месту прописки? Я к 17 часам подгоню автомобиль. И мы 200-300 метров проедем до входа в Екатерининский парк. Там танцы. Что это? Танцы. Там танцы. Голова и так кружится, только потанцевать осталось. Да. Потанцевал? Я танцевал. Конечно, потому что я сейчас записал, я вам сейчас покажу, как там пожилые люди танцуют, абсолютно разных возрастов. И я там озвучил идею, что как раз в больнице нужно транслировать живые танцы. Потому что люди... Ну, больницу закрывают через 5 недель. Не понял, в эту пятницу, через денек. Ты сейчас в санатории, считай, ты сейчас в санатории. Нам уже привезли. Жулики называются, оборудование. Жулики? А у нас здесь не жулики? А я не знаю, я еще не добрался здесь до коррупционной схемы. Миленький, надо добраться. Я взял взятку, я вам расскажу. Я уже в эфире это рассказал. Чем? Щенками? И вам? Нет. Мне перечислили 6 тысяч рублей. За что? Я хотел долларов. Нет, 6 тысяч рублей. За что? Я заснял гаишника, как он совершил преступление. Он взял взятку, ему пакет положили. Я это заснял на видео. Он упал на колени, сказал, что ему семью кормить, его погоны сорвут. Я удалил. А он через несколько часов прислал мне 6 тысяч рублей. Я признаюсь в этом в прямом эфире, чтобы как бы потом... А куда прислал? На телефон, на счет телефона, анонимный платеж. Я валяюсь. Я его позвал в баню, я говорю, приезжай в баню, попаримся. Это гаишник. Да, ведь он будет смотреть этот сюжет, я имени не называю, как бы, но... Вот видеокамеры стал... Как малое дитё. Как малое дитё. И как говорил мой брат, человек слаб. А помните, как это говорил Райкин, по-моему? Ну, вот только так, как я не знаю. Не, ну не мог я взять грех на душу и... Посадить. Семью, да. Его посадили бы. Ну, его убрали бы из дома. Да. Ну, такая улика, конечно. Вот, поэтому... Пока преждевременно. Пока это предупреждение всем. Будут знать, за кого голосовать. Реакция какая. Конечно. А я хочу водичку. Спасибо. Спасибо. За ужин. Я пошла. Сейчас мы догоним вас. А я буду дождь. Я думала, вы далеко вы доберетесь. Я нигде не проеду. Давайте помогу. Друзья, вот пожилому человеку даже не поднять. Я должен сказать, 3 килограммчика. Тут только вода. 3 литра. Попробуй подними. Даже не поднять. Мама, ну-ка подними, попробуй. То есть это не подними? Я не поднимаю, я его вот разворачиваю. То есть тебе даже не поднять? Не поднять. Ну, я вот это и фиксирую, что у нас система убивает людей. Ты сколько просидел в очереди к гинекологу? Наверное, 1.5 часа. 1.5 часа? Да. Или побольше? Стул был удобный? Удобно было сидеть? Ну, я стенку оперлась просто. Ну, в общем... Но душно очень было. Ты же видел, я пошла в валидол, приняла. Тяжело было? Ну, конечно, тяжело. Вот.
Вот я обращаю внимание, что врачи-то хорошие, а системы убивают. Вот как тебя, лежачего больного, заставили сидеть на стуле, сидя, при этом у тебя пережатые нервы, которые якобы пытаются вылечить тебе? Нет, ну тут, понимаешь, я говорю, вот эта вот женщина Александра Сергеевна, она тут вот когда-то лежала, и тут муж был ее. Вот. Она говорит, совершенно было другое отношение и хозяйственное положение, потому что мы лежим в неврологическом отделении, в палате, где у всех с позвоночниками, с ногами плохо. А вместо ортопедических матрасов у нас такое, что даже слов нету, все это выразить. Ну, Ирина Александровна, вы же отказываетесь от массажера, который Купеев вам передал. Но тем не менее, сейчас, хотите ортопедить. Слава Богу, он помогает Марине. Отлично. Сейчас ложимся и по ручки, ножки вручную подвигаем. Напротив столовой. Не прилетели? Здравствуйте. Вот сюда, сюда. Вы же выписались, да? Нет, да? Нет, да? Здесь. А, тут они там сидят, ждут. Но еще иногда вот здесь появляется. Здесь этим окошком. А вас что теперь? Я не знаю. Всего доброго. Как вас зовут? Нина Ивановна. Нина Ивановна, прекрасно. Вот познакомитесь, меня Ярослав. Нина, ладно, я по возрасту можно и Нина. Ну, вот, тоже с ногами, да? Тоже с ногами, да что? Я с головой. С подушкой. Еще раз. Ну, больно. Еще ниже сползаю. Ножками ниже. С головой. Еще ниже. Мы ошиблись, там Гоголь сидят, на платформе. Да они прилетят, они что, у них? Ну, видят и прилетят сюда. Сидят, не волнуйтесь. Сегодня утром они так сидели на тротуаре напротив. Гроби такие. Там еще черный хлеб, целый пакет надо. Это все брать. А черная не. Как ее звать? Ирина-то все собирала, она черный ест. А? Черный собирала, он им предстоит, надо его выбросить. А то нам дети зазвонятся, грубям дети. Дети я боюсь. Вот они видите. Там здесь похоже. А то увидят. Придут нам такой дадут. Сразу нас накормят. Здесь все чисто. А вот она летает. А и, наверное, дать, что там дают. Вон они все. Там, наверное, кормят. Из кухни, наверное, дают. А? Из кухни, наверное, дают. Наверное, они дают. Просто окна прямо сидят. Давай, не знаю, что дают. Кто-то понимает лекарства, кто-то не понимает лекарства.
Да что это там поймет, а лекарство? Я тоже не вижу. На одном написано, а остальные написано, половинки не знаю, там что-то. Мне дают, наверное, эти. Как это? Какой я говорю? Ну, всем аспирин, да. А давление, вот это еще. Вот это я планирую. Обезболивающие. А? Обезболивающие, наверное, дают. А давление дают. Потом, наверное, вот от этого. У меня давление сегодня померили. Вы не поверите, у меня в жизни не было. Только, наверное, была, когда я молодая была. 130 на 80. Первый раз в жизни за мои 90 лет. Такое давление. Да, в отчете напишу, что добились хороших положительных эффектов. Кто? Ну кто? Доктора? Да. Доктора, да. Таблетку дали такую, что вам так все там? Нет, не таблетку дали, там я вчера так это лечил. Чем, чем? Скорая. Чем? Ой, не знаю, что она только не родила со мной. Скорая? А? Как скорая? Она по скорой же приехала. И вот эту штуку влепили. А, капельницу вам вели? А, да, ну да. Вот. Капельницу, да. Все, да, хорошо. Калиевый раствор вам, наверное, дали. Не знаю. И мне так сразу глава стала проходить, он говорит, нет, я все равно вас повезу в больницу, я боюсь. А вам что? Вот, головой. Больно. Правильно. Я чуть сознание потеряла, как голова болела. В жизни это я должна делать. Вот, это спазмы сосудов. А ужный. Что, у вас так высокое давление? Ужный, да. А так у вас высокое давление? У меня вот всегда не боялся, да? 150 на 90. Это мое давление после инфаркта. Повышенное. Вверх. Ну, врачи уже мне не считать повышенное. Ну, понятно, сделано. Если когда 90, 90 лет, они такие, а вы что хотели, типа? Да, точно. Даже знаете, как сказал, вы нам надоели, старики. Да вы что? Так мне заведующий поликлиники сказал. Да вы что? Урод. Он что, сам молодеть будет? Урод. Урод, животные. Я таких называю животными. Я могу записаться к врачу. Я говорю, ну никак, ну, товарищ заведующий, миленький, ну я ей, как вот, вот честно, как вот, миленький, ну скажите, пожалуйста, я могу к хирургу записаться? Два месяца не можем к хирургу записаться. Сделали какую-то электронную запись, мы никак не можем записаться. Как пришли в 8 утра, к хирургу к этому нету. Пришли через неделю, пришли через неделю, к хирургу уже все записались по телефону. Ну, я пошла к ней. Я говорю, ну, я сплю ночами вместе, ну, пожалейте меня, старуху. Ну, хоть скажите что-нибудь. Хоть я одну ночь усну, и я прям приду вас отзвачу, только ради бога. Как вы мне все надоели, эти старики, куда-то отдеться. А сама, ну, может, помоложе меня. Я говорю, слушай, вы меня, конечно, я говорю, извините. Я к вам первый раз обратилась за 90 лет. А если я обращусь куда-то дальше, вам придется пойти на пенсию. И ушла. А что я могу ей сказать? Правильно. Правильно. И вот, вот тут пришла я, она меня прошла, так посмотрела на нее так вот. Ну я ей ничего, она мне не нужна была, я шла туда совсем по другому делу. Чего мне так тошнит? Тошнит? Ой, кажется, попался. Ну что тебе дать, чтобы ты не знаю. Чего дать? Я сама не знаю, что дать. Кисленького, солененького, сладенького, да, дальше будет горького. Нет, нет. А свеженького? А шиповник вы пили? А помидорчиков? Нет, я их не люблю. Огурчик солененький есть? Есть. Маленький кусочек. А у меня такие маленькие огурчики. Один-один. Ну, соленый или этот, как вот, как его? Мое соленье. А, ну. Вот соленый, да, я могу попробовать. Могу от всех гостей. Сейчас, боюсь пить, потом попить. Таблетки потом надо. Да. Да. Да, в больнице я сейчас заканчиваю массаж и еду на школу здравого смысла. Ну хорошо, я дома еду. Давай, там встретимся. А? Там встретимся. Хорошо, все, что нужно. У меня там банан, я тоже держит, этот, как его звать. Киви лежит, но мне что-то не охота. Банан тошнит будет, еще будет.
Вот я не хочу даже идти или лежать. Анталина Михайловна, у них сейчас там есть этот отвар шиповника. Помолчите, пожалуйста. Ну хорошо, но я даже помолчите сказать. 5 минут, пожалуйста. Я уйду, можете говорить. Спасибо. Это что несешь? А, спасибо. Спасешь, может, меня от этого. Спасибо, Ярослав, на тебе огурчик даю. А? Ярослав, огурчик. А я видел. Не, мне не надо, я ему отдам. Да? А вы едите? А мне... Не, не надо соль. Не надо мне. Соль не надо. Соль. Ой, как хорошо. Диета должна быть бессолевая. На, мой золотой. Я не ем соленое. Вот, молодец. Не ем. А у меня не соленое, у меня маринованное. Не. О, тем более. Запах очаровательный. Тем более, маринованное в принципе не ем. Во-первых. Ну там же уксус. Во-первых, у меня маринованное с яблочным уксусом, лечебным. И вы не имеете права, никто его есть. Яблочный уксус, это лечебное. Вы должны все его пить по ложке каждое утро. Вы пьете каждое утро? А у меня все на яблочном. Да, у вас тут постоянно? У меня я все готова. Нет, спасибо, я не ем огурцы никакие, вот только свежие. Хоть немножко, может, это с надо пройти. А свежие? А у меня есть. Дочка мне принесла. А, я ей хочу. Чего на, может, не будет кашлять? Нет, это я не ем. Ой, я. Что за народ пошел, да? Что за народ? Нет, я чего-то апельсины вот вообще не люблю. Вот не знаю почему. А ты апельсины ешь, а только сок совсем. Все равно, а это не сок, не апельсины, что ли? Нет. Ну зачем же это? Это сок. Вот именно. Ну дело ваше, не хочешь, не надо. А у вас есть апельсины? Я не ем, у меня на цитрусы аллергия. Давно причем. А какой не лучше? Ну и не надо. Да и годятся не лучше. Вы в холодильник поставьте огурцы. А? Огурцы в холодильник поставьте. Здесь не держите. Они же у вас без раствора, без рассола. А там два огурца сока. Все равно заливать не надо, а то проблемы будут потом. Ну, это все они заплескивают, а так не сокодеют, чай уходит. Ну, здесь же есть холодильник. Есть, стоит он холодильник, да. В палате, да? Да, вот прямо здесь. Здесь в этом плане ничего. И туалет вот прямо рядом. Я вот третий раз здесь. Третий, да? А. Я просила что-то. Говорят, закрыла не поднялся. Да, меня никак не хотели, не давали места ни в какую. Это что, нет, помидор не буду, не хочу. Какая помидор? А что это? Клубника, что ли? Да. Ой, господи, это клубника, вообще ничего. Ну, спасибо. А так не пора. Все хорошо. Ну, что с ней делать? Капризная. Капризная. Очень. Нет, я не капризная, я, как вам сказать, привыкла уже к чему, к чему я... Как это вы могли привыкнуть к чему-то? Надо привыкать ко всему понемножечку. Ко всему. Вот все, что есть на белом свете, все ешьте. Но понемножечку. Захотела огурчика, не ешь долечку, а ты съешь. Никому я вам не верю. Это я вам говорю. Вам лекцию прочитаю. Будь здоров по... медицине. По диетическому питанию? По медицине. Профессора старого, который уже... лежит 40 лет в могилке. Вы все его знаете. Первый медицинский... Какой профессор? Первого медицинского института. Петровский. Покровский, что ли? А? Покровский? Петровский. Нет, Петровский. Это не Петровский. Санкт-Петербурге с этого. Да, я сейчас скажу. Поэтому, я в музее, как он называет, в Эрмитаже. Нет. А то Покровский у меня первый медицинский. Их тогда посадили врачей. Они трое посадили, один пришел... Свекру делал операцию, вот у меня, Петровский в этом, ну, в первом медицинском. Сделали ему операцию, желудок, одна третья осталась. Вы знаете, лет 15 прошло. А я 70, а я 46 килограмм потеряла поджелудочно, и меня он спас. И вот я до сегодняшнего дня, как он... Вас оперировали поджелудочно? Меня его не оперировали. А поджелудочно же не оперируется. Не оперировали. Нас посадили, знаете как? Меня привели полумертвый туда. Думали, что у меня рак. А когда мне, господи,
что тут злое фамилия. И он при мне умер там. Меня уже лечил Кузьмин. А, да. Когда меня туда привезли, я потерял 46 килограмм. Ну, поджелудочное есть, ничего не делать нельзя. Спасибо. Да, вот у меня поджелудочное. Я тоже. В отпуске тоже лежала. Да. Очень. Я тоже 7 суток была без еды. Самая страшная жизнь. Да. Поджелудочное отказал, значит, все уже считает конец. А когда вот ноги не хватает здесь вот совсем. И вот он меня учил. Конец. Сейчас. И чем же он вас вылечил? Диетой? Раз меня привезли, мне сделали 3 укола, по-моему, 3. Не знаю чего. Понятно. Потом сразу меня под капельницу. Конечно, не под раствор капельницы, а под лекарством. Такие пузыречки, я как сейчас помню. Сестра приходила, моя, и она всегда: ой, Шур, тебе маленький пузыречек, не волнуйся. Я говорю: я знаю, какие маленькие пузыречки. И сразу я села. Меня не кормили дней 5. Только давали кисель. 7 дней. Кисель. После операции 7 дней. Кисель. Это на желчной была операция? Нет, операция была на желчном потоке. Ну, желчный — это легче. Его можно... Начался острый панкреатит после операционного. Вот тебе, пожалуйста. Да, лекарства, да, делали. Потом стали делать через день, а потом делать. Сейчас мы покажем танцы маме. Танцы покажу тебе.